В Главном управлении МЧС России по Калмыкии подвели итоги деятельности территориальной подсистемы ЕГСП и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики за 2023 год и определили задачи на следующие. В качестве основного плана для органов управления РСЧС на 2024 год станет укрепление информационного взаимодействия, развитие противопожарной службы Калмыкии и создание добровольных пожарных команд в отдаленных населенных пунктах, а также завершение работ по реконструкции региональной системы оповещения населения. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, учреждений и организаций региона, входящих в республиканскую территориальную подсистему РСЧС. Также в ходе собрания отличившиеся сотрудники калмыцкого МЧС и представители экстренных служб были награждены медалями и благодарностями. В 2023 году пожарно-спасательные подразделения реагировали на 972 дорожно-транспортных происшествия. Спасено 61 человек. По сравнению с прошлым годом количество погибших на воде снизилось на 40%. Уважаемые коллеги, ежегодно наши усилия направлены на расширение практической составляющей в деятельности органов управления и сил РСЧС. В рамках мероприятий оперативной подготовки в 2023 году проведено 10 учений и тренировок. Отдельно хочу поблагодарить правительство республики и руководителей силовых ведомств за организацию взаимодействия, оказание консультативной и методической помощи, всесторонней поддержки в условиях современной обстановки.